Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Asus Zenfone 7 Pro добавить, а также удалить Google аккаунт. Заходим в настройки, после чего опускаемся вниз и заходим в пункт аккаунты. Нажимаем на наш Google аккаунт, и чтобы его удалить, нажимаем удалить аккаунт. Еще раз нажимаем удалить аккаунт, и он пропадает. Чтобы добавить аккаунт, нажимаем добавить аккаунт, Google, вводим наш адрес электронной почты, нажимаем далее, вводим пароль. Еще раз нажимаем «Соглашаюсь». Можем оставить включенное, либо выключить это резервное копирование Google. Нажимаем «Соглашаюсь». И как вы можете заметить, Google аккаунт был добавлен. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!